все друг друга любим. Просто иногда забываем об этом. Слобода. Живая еда. Скажи мне, какой твой салат оливье, и я скажу, кто ты. Возможно, все не так категорично, но узнать что-то о пристрастиях, вкусовых приоритетах, чертах характера и даже о состоянии кошелька по салату можно. К примеру, если оливье такой крупной небрежной нарезки, значит, его автор либо лентяй, либо человек творческий, порывистый, либо у него просто плохое зрение. А если в оливье не курица, не язык, не колбаса, а крабовые палочки, значит, либо языка не взял, на курицу аллергия, а колбаса лучшей рыбой сегодня не показалась. Ну, здравствуйте, дорогие друзья, и давайте просто без каких бы то ни было выводов экономических и психологических сегодня поговорим о том, каким бывает оливье. Самым разным, но для честности вопроса оставим базу – картофель и зеленый горошек. Итак, во-первых, он может быть тем самым оригинальным от Люсьена оливье. Рябчиков жарите в 2-сантиметровом слое масла, затем положить в кипящий говяжий бульон, добавить мадеры, оливок, шампиньонов. И это только начало. Продолжение явно следует, если вы захотите приготовить на Новый год салат из ток, салат-легенду. Впрочем, возможно, и легенда попроще. 20-х годов 20 века. Ресторана «Москва». Картофель, лук, морковь, яйцо, яблоко, маринованные огурцы, вареное мясо птицы. А в 30-х годах прошлого века этот рецепт превратился в так называемый салат столичный. Добавились лишь раковые шейки, маслины и, кроме майонеза, соус южный. Однако в современности придумок насчет оливье куда как больше, хотя уже упомянутые варианты преобладают. Все чаще появляется желание приготовить оригинальную версию, либо отдать предпочтение адаптированной советской с вареной колбасой. Но жаждущим всего нового советуем оливье грибной. Вместо мяса или колбасы грибы, жареные или маринованные. Оливье острый, базовая версия, но со слезами, то есть с перцем чили. Итальянский с пармезаном и соусом песто. Есть оливье постный, вегетарианский и диетический. Как ни странно, это три разных варианта. Есть оливье веселый. Это когда майонез смешивается с крепким виноградным напитком. Есть постпраздничный с квашеной капустой. Хрустящий с сухариками и чипсами. Есть даже оливье сытный со спагетти. Кто бы мог подумать. Видимо, и у фантазии тоже должны быть рамки. С нашим же вариантом оливье все вполне гармонично. Он просто морской. Морской оливье. Соединить яйцо, свежий огурец, авокадо, добавить крабовые палочки, мидии, слабосоленую красную рыбу, картофель, рукколу, помидор, зеленый горошек. Заправить майонезом, при подаче украсить красной икрой. Очень хотелось исключить из рецепта морского оливье картофель, но не получилось. Какое оливье без картошки и какие морепродукты без лимончика? Сделать салат неповторимым поможет майонез «Слобода» с лимонным соком. Необычный вкус с привычным качеством натуральных ингредиентов. «Слобода» – живая еда.